Скажи, пожалуйста, когда начинается самый сложный этап этого теста? Я могу судить по прошлому году, где-то уже с 12 минут начинается уже, конечно, тяжело. Как подготовиться к такому тесту? Есть ли какие-то секреты? Да, здесь, в общем-то, это на той тест, что его готовиться-то толком-то, наверное, не стоит. И каждые 2 минуты нагрузка нарастает, становится все тяжелее. Эдик, по шкале от 1 до 10, насколько ты устал? Восьмерочка. How are you feeling? Do you love practice? Many practice. You feel that you live a little bit, it's nice. Почему не жалеете? Каждый этап тренировочного процесса. В каждой команде такое есть, каждый год. Ничего нового в этом нет. А что не жалеете, ребят? Сейчас не надо, сейчас надо работать. I think Sakari will fit very well to Ufa's team and maybe to first line with Umar and Hartikainen. He skates very well. He is very skillful and he plays both directs, offense and defense. And I think it will be very interesting unit. It was very very good time for me. Nikolai helped me very much and he is good coach. It's now really good to see him as a head coach, and I think he will improve all the time. He's young coach, but very good. Thank you. I miss Ufa.